В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 миллиметров или P-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для G-отгибки. Сейчас и мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на P-отгибке и ослабление фальца на G-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд, колледж водных ресурсов, профессионально, качественно, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, телефон на экране. Технология двойного фальца. Устройство воротника, передний фартук. Часть четвертая. Раскрой картин. Продолжаем наши изыскания. Раскрой картин. Делаем это по выкройке картины, которая у нас перед глазами. И сейчас мы будем оформлять нижнюю часть картины, переносить все линии с выкройки картины на металл. В данное время мы откладываем 35 миллиметров. Прикладываем линейку и проводим линию. Мы сейчас провели линию для 35 миллиметров кромки. Прикладываем шаблон для профиля и по шаблону профиля картины откладываем линии, чтобы нам не тратить время на работу с линейкой. Ставим перед собой выкройку картины, чтобы по ней все делать и делать правильно. Проводим линии малой отгибки или унтерфальц. Малая отгибка у нас 35 миллиметров. По-немецки это унтерфальц. Окончание гребня вырезаем по скату. Используем нашу выкройку. И к выкройке еще мы прилагаем то, что называется. Мы это изготовили заранее. Шаблон вырезаем по скату. Он сделан таким образом, чтобы можно было при раскрое картин делать это быстро,
Если у нас, например, очень много картин, и нам требуется заготавливать и 20, и 30, и 40 картин, поэтому мы прикладываем шаблон, он у нас на ширину картины, с левой стороны, там, где у нас малая отгибка, и с правой стороны, где у нас большая отгибка, 45 мм. Сейчас мы проводим линии по контуру, там, где у нас отгибка малая, 35 мм, для того, чтобы нам затем удалить ненужные части. Ненужная часть – это вырезать то, что у нас будет заштриховано. Вот эту часть мы затем будем вырезать. Проверяем по выкройке картины. Вот у нас левая часть. Мы ее перенесли на металл. То, что желтое, будем вырезать. Прикладываем линейку. Согласно нашей выкройке, нам надо провести вертикальную линию. Проверяем. Это у нас отгибка 35 мм. И готовим шаблон биссектрисы. Шаблон биссектрисы делается заранее. Как это сделать, показано подробно в предыдущих сериях. Прикладываем наш шаблон биссектрисы. Линия гиба у нас для 35 мм отгибки. Для того, чтобы точно совместить, используем линейку закройщика. Проводим линию. Проверяем по выкройке картины, которая у нас справа. Все совместилось. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altesdefis.ru. Доставка в срок. Оплата за нал и безнал. Бесплатный звонок 8 800 505 48 60.